Друзья, приветствую всех на канале Tamon of Life. Сегодня снимаю свое очередное видео. Это будет короткое видео о том, как можно у нас в городе Апольда получить пакет от ДПД. Вот пакет у меня в руках находится, посылка. У меня Инна заказывала туалетную воду, она пришла, но у нас не было дома никого в тот момент, когда приезжала машина доставки. И они мне прислали сообщение. Во-первых, они присылают сообщение, что когда будет ваш пакет. И если нет никого дома, то они потом присылают сообщение, где этот пакет можно забрать. И такое место у нас неожиданное получилось в городе Апольда. Я даже не знал никогда об этом, раньше я забирал в другом месте. Что вот за мной находится магазин Диско, это продуктовый магазин, где можно забрать свои посылки от ДПД, если они доставляют. ДПД — это одна из транспортных компаний, которая доставляет посылки по Германии. И очень интересно там все происходит. То есть вы как бы приходите в этот магазин продуктовый. Я пришел, я вообще не знал, где. Там есть вывеска только на двери, что да, там ДПД пакет шоп, и все на этом. Я туда пришел, спрашиваю, где можно получить посылку. Мне говорят, подойдите к кассе и скажите об этом. Я подхожу на кассу, говорю, мне нужно забрать мой пакет, мою посылку. Они говорят, хорошо. Говорит, идите, проходите внутрь, там есть большая дверь, и там как бы вас уже будут ждать. Он позвонил, я подхожу, там продавщица ко мне магазина этого продуктового подходит. Говорит, у вас посылка? Я говорю, да. Показала ей свой документ, удостоверяющий личность. Она посмотрела и вынесла мне вот этот пакет. Таким образом происходит. То есть они это все делают прям на базе продуктового магазина. Видимо, тем самым тоже какой-то процент от этого имеют. Вот такая была у меня для вас информация. Я желаю вам всего доброго, всего хорошего. До встречи в моих новых видео. И бисбаль. Плюс.